Привет, друг, ты на канале «Смотри, я чист», с тобой Миша. Егора сегодня не будет, Егор заболел. Спит практически сутки. И в тот самый час, когда он собирался записать совместно, я не смог. Так что предлагаю пожелать в комментариях Егору здоровья. И надеюсь, что завтра он уже будет на канале снова. Но не факт, если будет нужно, то отдохнет еще. А сегодня будем смотреть за Топсоном, который будет играть ним домом снайпера. А он говорил, что снайпер — это его любимый герой. Не так давно. Егор подцитировал, то ли со стрима, то ли с какого-то интервью, не уверен. Как видите, огромный тир на снайпера. Безумно крутой сет на снайпера. И также он играет на нем очень много. Как не задано про трекер обязательно. Либо часть страницы, либо вся страница в снайперах. И также у него огромный винрейт на этом герое. Ну и Топсон не был бы Топсоном, если бы не изобретал что-нибудь новое. В этой игре будет очень ранним мом. Я знаю его тайминг, я не знаю порядок покупки, но учитывая какой тайминг, я думаю, он купил его до ботинка, что выглядит очень необычно. С одной стороны, мом иногда хочется купить на некоторых фармящих героях против тинкера и просто сбежать на древних. Потому что за древних платят столько опыта, что можно зачастую либо компенсировать, либо даже превзойти лейновый фарм по этому параметру. Но снайпер не тот герой, который хочет срочно экстрендовать дёру против тинкера. На снайпере это как будто бы не обязательно. Ну, посмотрим. Причем будет играть с очень быстрым момом. Стоит против тинкера, но не пытается играть через второй-третий. Второй-третий спамить на хэ-рейтинге, по-моему, Топсон начал первым. Ну и также макшные хэдшоты по домам выглядят особенно круто. Посмотрим, как это будет работать. Макшные хэдшоты. Ранний мом, вот видите, пикбай уже. Даже рейсбенд себе один не закрейзил, хотя он большой любитель. Купить несколько рейсбендов. Монки Кинга с тремя бендами, смотрели снайперы с четырьмя. Любит он этот предмет. И на примере этого игрока научимся играть на медовом снайпере в 7.32 депача. Ну, если позволите, после небольшой паузы. А вы тоже не празднуете свой день рождения и никого не поздравляете. Но увидев день рождения Тести, я сразу же передумал. Ведь тут появились новые сундуки с мультикастами и новый ивент, где за каждый уровень дают шмотки, а за каждые 15-й клевые арканы. А на последнем уровне вас ждет топовый предмет. Все вещи, которые я выбил, вышли в 40 раз дешевле, чем в Стиме. Ну и никуда не делся апгрейд и контракты. Также есть топ игроков, где Бруно получил аркану. Вводи наш промокод и получай 15% бонус к пополнению и сундук. Удачи! Без слез никогда не шло на скид тинкера. 5-го крипа сейчас добил. Ну, кстати, сразу же 6 ласхитов, когда начал выговорить, было 4. Против 10 у снайпера. Ну и по ДНМ везет тоже очень здорово. Кстати, сейчас очень сильно сидит шрапнель рискует, но великолепно чувствует и тики шрапнели, и анимацию атаки снайпера. Ну, стоило это сказать, сразу же 2 крипов пропустил. Причем масочка до стафа. Не стал подносить себе новые тангусы для того, чтобы купить сначала стаф на 10 урона, 10 скорости атаки. 10 урона для снайпера — это очень много. Ну и скорость атаки тоже лишней не бывает. Особенно с этими хэдшотами. На 4 уровне открыл 3 скилл. Интересно, будет ли начиная с 5 максить хэдшоты. Потому что у шрапнели 2 скилл поинт невероятно сильный. А вот 3 как будто бы уже чуть менее интересен. И опять же, мне не дает покоя вот этот мом до ботинка. Хочется хэдшоты в 4 видеть как можно быстрее. Тем более, если игнорить ультимейт, то к 7 можно замаксить эти хэдшоты. Скилл поинт сейчас держит. Но все-таки шрапнелька в 4. Хотя по ощущениям тут ситуативная была для того, чтобы тинкера убить. Но умирать тинкер не планирует, к сожалению. Стоп, это что такое ходит тут? Это настолько тяжело дровки на топе стоится. Хотя против таска неудивительно. Дровка героя очень уязвимый. Когда вы это валоры переапля. Валоры в дровку пикали. И стабильно 5-0 к 5 минуте шли. Даже если дровка сайленса скрывалась, все равно не помогала.
Похоже, ситуация с Марси была на пике ее силы. С Прэмом Бестом тоже. Как будто любой новый герой создан для того, чтобы гнобить дровку на линии. Убежал с Мидас Такать, кстати. Только рискует не успеть здесь, иначе не скрикнул в один момент. Но, кстати, был звук стака, по-моему. Просто песня Присцилла перебила, и я из-за песни Присцилла вообще не могу ни о чем думать. Ошибка была именно этот плейлист поставить. И летит Мом. 5.20 его тайминг. Мне очень интересно, что будет качать на шестом. Кто-то скажет, Миша, хватит 6 минут на стопом рассказывать про хедшоты. Но не могу. Попытался, кстати, относить от лазера. Не получилось. Но тинкеры так или иначе убили втроем. Причем Q-снайпер достался, и, что немаловажно, огромная пачка крипов будет сейчас дохнуть под тавером, и при этом этот тавер, благодаря катапульте, хорошо пробьют. Снайпер даже не обязательно точковать тавер. Но все равно ради приличия решил два хита скинуть. И на шестом уровне третий скилл двойку нежданно-негаданно. Но посмотрите на второй скиллпоинт хедшот. Звук стака все-таки. Откуда ты еще был мне отсюда? В 2.5 раза больше дэмджа. В 2.5. Тут 2 раза больше, конечно, прибавка к ренже атаке. Но в лесу, например, ренже атаки не работает. И везет себе ботинок. Дальше будет закупаться по классике. Я, кстати, только что осознал, что это Кирилликан. Интересно, он будет отыгрывать прям как Керри Рид Кликер через ПТ-шку саблю? Или все-таки предположить, что у него снайпер Керри просто с мида? Аликан второй хардер. Либо мидер опционально активный. Очень хорошо пробил тинкера. Ой, какой он умный. У него в этом билде сработало абсолютно все. Ладно, в принципе, скиллпоинт в ультимейт тоже мог бы прокатить. Насколько идеально сыграл. Ну и Аликан все-таки будет играть через домик. И получается у нас снайпер первой позиции. Просто стартующий с мида. Все снайперы и так всегда как первая позиция играют. Так что, думаю, ни для кого Америку не открыл. Даже не пришлось третий тратить, хотя лучше бы тратил. Все шапнели добил, спокойно сделал тэп-аут из-под ультимейта веника. Курьер тоже живой и здоровый возвращается. Все, казалось бы, самый замес сейчас этот курьер летел. И Шрапнель оставил в 3. На 8 уровне хедшот взял в 3. И получается, к моменту, как он лесной фарм начнет, хедшот уже не с одним скиллпоинтом, на который я такое долгое время жаловался. Интересно, граденет ли респенд вот этот? 240 монет доплатить за 6 скорости атаки. За свободный слот вполне себе идея, как по мне. И переместился в лес. Это стадия, на которой лес он фармит примерно так же эффективно, как линия. Временами даже эффективнее, в зависимости от того, как на крипов повезет. И самое главное, что уступает линию для Марса, чтобы она поэкспилась. Потому что на подходе 10-я минута. Оба саппорта не имеют 6 ловелов, а книжка всего лишь одна. В принципе, Руби куда-либо поэкспиться на боте, помимо прочего. Может быть, даже без книги смогут обойтись. У них как раз по 2 пачки до 6-го. Насколько же он быстро пылесосит лес? Не так быстро, правда, как и на Мастер. Смотри, сколько крипов у Веника. Я, кстати, не удивлюсь, если Веник по Нетворсу примерно столько же имеет. Нет, гораздо меньше. И Таска тоже Нетворс огромный.
Коля, драться? Рубика, правда, может не хватить? Слушайте, ренджи атаки очень неверенные. И ТБАУ сразу же делает, телепорт сбивать нечем. Тинкер ТБшится тоже достаточно долго, он еще и со скилла летел, да? Он со скилла летел. А скилл на 1.5 секунды дольше обычной ТПшки. Зажадничал Тинкер явно. И нападение на Тинкера. Какая же красотища. Ликанка 30 паутом. На Ликане всегда нужно нападать под героя со станом. Ну и пикать в идеале. Ликаны так, чтобы сапики станы имели, а вражеские сапики не имели эскейпа. Вот эти вот два условия соблюдаются. Все, для Ликана фри игра, вне зависимости от того, насколько там тяжелая линия. Вне зависимости от того, насколько хорошо противники дефают хайграунд. И Смоке бежал на бот драться. Ну, по итогу файт переместился в мид. Так, а дебаута на этот раз нет. Ванша затерпела, любопытно. Сифоны, скорее всего, кончились у него. Да, такие есть. Не было сифонов, были бы сифоны, я думаю, он бы чезил, даже несмотря на вот этого вот Рубика. Что, кстати, забавно. До изменения сифонов на Бенше играть против Рубика было невозможно. У Бенши всегда пол хп больше, чем у Рубика. Значит, сифоны Рубика всегда работают лучше, чем сифоны Бенши. Но после патча, пускай и попроще стало чуть, но все еще у Рубика встроенный спел амплификейшн огромный. И дальность способности увеличенная. Все равно бывает тяжеловато. Как же он, блин, настреливает. Тейкейм, правда, кончился. Перестал замедлять. За этому левлу все еще игнорирует ультимейт. Также не брал талант, потому что талант дает столько же, сколько скиллпоинт. Хотя, в принципе, без разницы, вкладывает скиллпоинт или брать талант. Вот у Баунти Хантера, например, талант дает дэмэджа столько же, сколько скиллпоинт во второй, но при этом у Баунти Хантера падает кулдаун второго при прокачке. Так что на нем, если же надо, не дамаксил. Но при этом планируешь бессмысленно брать талант на десятом. Здесь без разницы. Есть уже Dragonlance. 6600 нетворса. Таз, кстати, по нетворсу подзаметился немножко. Он как будто бы умирал. Но я проглядел, где именно. А вот в мизе. Тинкер его убивал. Неликан таска стопа прогнал. Еще это паузу сейчас пришлось сделать. Вообще не фармит. Ну так или иначе. Сапры-то попушили линию. Линии. Снайпер качается. 5-0. 107 крипов. Ой, какая же красотища. Таск бежал в мид фармить, но Добсон его не пустил. Но все равно пригодился здесь на миде. Перемещается вражеский лес без эскейпа, с одной стороны страшновато, с другой стороны у противников на пятерых ноль станов, пока Рики и Бенша себе шарды не купят. Так что практически из любой ситуации можно это паут сделать, ПТ-шку на силу, пол хп 1500. Еще и два бафа на муспит есть, от второго Марси и от свинки. Акси свинку он выложил, я проглядел.
Кстати, выглядит как фрирошан. Великан великолепно рошана танчит еще, и если второй скилл вкачан, то может снижать броню. Не, великан без второго играет. Но все-таки топ-сын предпочитает тавр в миде пробить. Знает, что противники без глифа. Кстати, глиф сейчас откатится. Успел за 2 секунды. Ну и по итогу глиф откатился не от времени, а от сноса Т2. Вообще великолепно, если ну этот глиф еще и втаймил, именно поэтому пошел ДДш в тавр играть, то он сверхразум как будто бы 2 интернешнл выиграл. И забирает Эгис. Нетворд 9000. У противников последний глиф от внешних вышек. Насколько же крутое давление сейчас можно оказать. Единственная линия не особо распушенная, но... Топ сейчас Ликан пододвинет. Катапульты живы на остальных... на двух сайдах. На бойте катапульта приехала к тавру. Нет, на бойте катапульта сдохла. От старости. Вообще великолепно. Саппорты на линиях не показывались, таск тоже. Поэтому дровка не рискнула на боте показываться. Вышел одну пачку, спушил и сразу же дал дёру. Причем сканет эту дровку. Но она ушла в левый лес. Все равно против таска не помогло. Я сейчас еще и килл, собственно, нет. Никак, ультимейтная единица. Прошу прощения за склейку. Дожидался, пока самолет проедет. Прилетит. Извините. Насколько ужасная позиция у ДПшки, хотя тут Рики. Если Рики ДПшка делает тэп-аут, сбивать нечем. Он в туче находился, ульт нельзя было зарядить. Ульт-снайпер практически всегда сбивает ТПшки, если маленькая дистанция, потому что он 2 секунды готовится. Но с большой рейнджи не прокатит, потому что пули еще долететь нужно. И Тасс запушил бот. Топ тоже все еще спушенный. Возможно, Пэмиду попробует поднять стрит, шепнули у него подготовлено. Виженных играл он себе, что даст. Он не переоценивает для себя таск. Дровка герой бронированный очень. С помощью от Марси, но она под лазером. Ликан без ультимейта тоже. Ну, кстати, Топсон бежит уже сюда. Синет резко передумал. Ну, пришлось отдать двух героев в размене на дровку. И даже тавра побить не получится. Закинул себе, кстати, кик по МКБшка. МКБшка очень крутой выбор. А дровка, если на позиции, герой очень бронированный, смешать против нее урон, идея хорошая, скорость атаки у снайпера под момом огромная. МКБшка это куча урона для таких героев, которые быстро бьют, по аналогии с молниями. И важный момент, что есть блайнд от снайпера, есть блайнд от Рики. Даже важные моменты. Еще по моей памяти МКБшка работает на змейке Веника, а при этом ни молнии, ни криты нет, но это не причина, конечно, МКБшку покупать. Это так приятный момент, но не уверен, нужно будет уточнить. На нейтралку тоже очень фартануло. И все еще держишь шатнельки, кстати. Возможно, посмотрим, как он их на хайграунд сыграет. Но Ликан вообще не спешит. Он спокойненько взял себе тут хрипа. Пофармил лесок, сейчас будет топ отпушивать. Но все-таки за время Эгиса никак не успеет на хайграунд подняться. Мы захватили вражеский аванпост, зажали противника на базе, спешить некуда. Со вторым Рошаном уже точно закончат. Там и шард будет халявный для снайпера. Если, конечно, Топсон не купит его раньше, потому что Топсон любитель шарда.
Марсе не от кого прыгать. Пришлось отпустить Баншу, но хотя бы не пустили ее вообще никакому фарму. Пришла на один спот посмотреть, спота не было. Спот появился как раз, когда она ушла. И талант 10-го более чем предсказуемый, если поголовно берут дэмэдж хэдшот. Правый талант в каких-то ситуациях может дать больше ДПСа, но... ТК им кдэшится, еще и стоит куча маны. Хэдшоты кулдауна не имеют. Блин, тебе на Рубике, да? Но с Крисами планирует играть. Марси тоже без блинка. Постовую БКБшку берет. И на 15-м. Тоже придумывать ничего не взял. Не стал, взял скорость атаки, поэтому КБшку круто выглядит. Но мы иногда видим левый талант. А мы с Егором практически никогда этот талант не защищаем. Но некоторые наши зрители встают на его защиту. Говорят, что это куча аптайма. Еще с хэдшотами момент проблемный. Когда играешь с момом. Ой, с хэдшотами? С шрапнелью. Ты скинул одну шрапнель, следующей уже не будет. Прилетал тут, кстати, на килл, но килл не получил, к сожалению. Хотя мог бы еще темп разогнать. У него открытая древняя. Как раз 20 секунд. Потратить на то, чтобы это все дело зафармить. И сразу же появятся новые споты. Взяли, чтобы не было стаков. Хотя все-таки придется стакать теперь. В чем проблема стаков? За застаканные споты меньше награда. А персонаж, который стакнул, конечно, получит экстра золото. Но если стакнул сам себе, то это гораздо менее эффективно, чем зафармить. Два обычных спота. Точнее, два раза. Один тот же спот, нежели один раз застаканный. Но там не такая большая награда. Не такая большая разница в награде, чтобы сильно на эту тему переживать. И на этот раз кикбай БКБ. С одной стороны, Эйги сможет заменить БКБшку, с другой стороны... После Егиса можно встать в каком-то очень опасном месте. Атака Егис плюс шард плюс БКБ должен быть совершенно неуязвимым. Тем более, что будет играть под бафами. Есть 30 скилл Марси, есть аура Владмира. Есть тактим в каких-то ситуациях. Отременный будет снайпер. Да, он МКБшка сработала на змейку Веника. Толку не очень много, но приятно. Ликан, кстати, с БКБшкой ранее играет. Таск тоже играл с БКБшкой. Без Дизоли, обратите внимание. Его БКБ он уже показывал. На боте мы на него смотрели. И Топсон моментально пробежал замес, жаль, вижена не хватило. Вот будь он не под момом. О, ну кстати. Еще и килл получил. Еще и таск подлететь успеет. Насколько приятные игры Топсона смотреть, у него всегда все получается. Всегда и все. Все, ладно, мы просто лузовые не смотрим. Но все равно игры Топсона, они как-то иначе воспринимаются. Не получил монстр килл с веника. Дорошана. 40 секунд. Для него это, к сожалению, не пишется. Но Ликан может волка поставить в рашпит. Насколько я смотрел на мини-карту, ни разу туда волка еще не водил.
И даже несмотря на эту смерть Марти, все еще больше 10 тысяч преимущества по нетворсу. Потому что противники с базы вылезти вообще не могут. Нормально байтит на Тинкера. Мана, правда, не рассчитал. Но смотрите, что делает. Выжить все равно не помогло, правда? Сделал вид, что АФК хочет стать. Видимо, в надежде, что в таком случае не ДПшнется на него. Из чего под матрицей протянет до момента, когда можно будет дёр дать. Было близко. ...445, это же вообще неадекватно. Остаток резист хотя бы уменьшили. На том спасибо. Ой. Дайте он 10 секунд назад мотнул, мне интересно глазами Топсона это посмотреть. Топсон просто шел. И просто на ровном месте пятихатка. Ну, хотя 3,5 сотни. Все-таки самый низкий нетворс на карте у Рики. У снайпера, наоборот, самый высокий. Не курит за Еврошпит. Тут даже, если максималка 3 минуты была, все равно успел бы заспавниться. Интересно, будет ли Кан на него Фрэнзи юзать? Или на Громозавра? Просто если все бафы скинуть на него, это и Гвардия Наура, это и Фрэнзи, это и Сейдкик, это и Тактим. Муспит Марси может давать. Аура Владмира. Хауль дебаф, конечно, но... Снайпер от него тоже выигрывает. Все так Тим можно дебафом считать. По такой логике. Глиммер, кстати, спас все-таки жизненно Мансеру. Ну, все скорее оттянул смерть. Там сейчас новый Глиммер будет. Реально отпустили его. Гвардия Наура тоже зарешала. 20 хп регена практически. Это невероятно много. Я же экономил шрапнели в течение всей игры. Видно было, как он надеялся, что он побьет хайграунд пораньше. Но не давали ему, к сожалению. Спешит таск, мне кажется. Как будто бы Рики 4000 нетворса. Как-то дешево за целую БКБшку таска. Вообще и шрапнель, смотрите, куда скинул. Не складывая себе вижу на хайграунд. Че, так можно было? Бенша, кстати, планировала с крестами играть. Видно по арканам. Но из-за веника передумал. Настолько быстро рвет коров, что Бенша герой достаточно прочный. Но опять же, Бенши не дали сифоны нажать. Что вот эта супер бронированная дровка. Даже говорить ничего не нужно. Просто смотреть,
Как к нему никто не может подойти? На его рейнджевой атаке. ХП полная. 2 минуты Аегиса. 9 секунд БКБшки. Ульта есть. Кстати, веник больно сделает, но есть вампиризм. Но придется Эйги скинуть. Треть сторону, кстати, не смогут сломать. Есть вижен на реке, интересно. Ну, дровка даже интереснее. Дровка с баем, правда. Марта, надеюсь, что удар шарт реки удалят из игры. Мы про его удаление рассуждаем с момента, как его добавили. И после этого мейджора. Думаю, мы однозначно это увидим. Ладно, не однозначно, но даю огромную вероятность. И всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки и мир вам!